Да где же она? Love it.
откуда они все прут. Это не испанское, это английское. О, Флетчер, мы ушли к Большой башне. Надеюсь, что увижу тебя там. Фрэнсис Дрейк. Вау, так ты был здесь. Но что ты замышлял? Его подстрелили!
башня Дрейка. Откуда они повылезали? Попался. Прямо промеж глаз. Куда она делась? Это Дрейк оставил. Так что же ты тут искал? Так-так, выглядит знакомо. Ха, корабли не ушли. Елена? Эй, вон она. Черт! Мы его подстрелили! Что? Ты, конечно, очень опытный искатель сокровищ, но вряд ли ты найдешь здесь Эльдорадо.
Как ты умудрился так вляпаться? Ну, вообще-то я тебя спасал. О, это так мило. Тут у нас традиционный кирпич из песчаника, известковый раствор. И откуда у тебя такие познания? Моя программа. 4-я серия «Архитекторы нового света». Да, надо будет просто дернуть как следует. Что? Погоди, ты уверена? Уйди с дороги, Будо! Чемодан, открой эту чертову дверь! Вот черт. Дрейк! Эдди Раджа. Ну кто же еще? Удивительный документ, а? Похоже, этот сэр Фрэнсис был прямо моим коллегой. Не льсти себя, Эдди. Не любишь ты по-хорошему, да? Давай так. Приведешь меня к золоту, и я могу сохранить тебе жизнь. И все? Два варианта? Сдохнуть сразу или помочь тебе и сдохнуть? Тяжкий выбор, но знаешь что? Давай-ка сразу. Да и кому? Слышь ты, опарыш! Мне обещали, что я найду на этом острове сокровища! А теперь мои люди умирают! Они даже выйти поссать не могут без вооруженного сопровождения! И что я в итоге имею? Нет! Я делаю тебе честное предложение. Поможешь найти золото, и тому из нас, кто выживет, достанется все. Включая, конечно, девчонку. Девчонку? Да ее давно и след простыл. Наверняка сбежала с острова за помощью. Да и Кучин, ты никогда не умел играть в покер. Я ее найду, уж поверь. Что вообще может сделать одна девчонка? Ну, погнали! Спасибо. Эй, чтоб тебя! Так. Умница. Спасибо. Эй, по капиту! Держись! Гасника, Марика! За ними! За ними! Жми, жми! Я их прикончу! Ты хоть знаешь, куда едешь? Нет! Вон они! Берегись! Они сзади!
О, обрыв! Вижу! Вали подарок! Педаль в пол! Жми! Один мой старый парк. Берегись! О, нет! Держись! Так, хватайся за руку. Есть! Ты цела? Да, порядок. А у тебя кровь. Да ничего страшного. Надо драпать отсюда. Давай. Что там? Давай. Далеко собрались? Привет, Эдди. Ты правда думал, что сможешь сбежать от меня? Нет, нет. Я просто хотел устроить барышне экскурсию. Заткнись! Ты тоже, небось, на них работаешь? Что? Вы думали меня развести и забрать всю добычу себе? Ложись! Он что, чокнутый? Эдди, успокойся, приятель. Все, кончилась твоя удача! И дорога кончилась. Так, отдавай мне карту. Держись. Ладно, признаю, ты меня уделал. Эй, не двигайся. Спокойно, Эдди. Я просто достаю для тебя карту. Сказал же, держись. Я держусь. Так, давай ее сюда. Нет, стоп, ты же велел не двигаться. Подойди и возьми ее сам. Эй, да и кому? Быстрей, быстрей!